мой Audi. Вирубаю в першому раунді. Біт на старті, але вже в Audi. Під моїми найками Audi. Всем салам. Чё вы, как вы? Всем здорово. Привет, Форн. Сейчас буду врубать наш трек. Сейчас будем слушать Миско. Короче, чуваки, давайте этот 500 людей придет хотя бы, и я вам скажу главное. Новости, так сказать, этой недели, не только этой недели, и вообще свои дальнейшие планы расскажу и покажу вам демочку, может быть, две демочки, если зайдет по настроению. Короче, какой расклад? Давайте, короче, присоединяйтесь еще. И меня слышно нормально? Напишите в чатик, меня слышно или нет. Это вообще полное дерьмо, если что, не курите. Это так. Так, слышно, заебись. Короче, для тех, кто живет в Питере, новость такая. Кто еще не знает, мы с моим братом Форном будем выступать в эту субботу, вроде это суббота, 22 число, короче, вот, и кто не придет, не знаю, короче, кто не придет, приходите все, кто из Питера, потому что я не знаю, когда я буду в следующий раз там выступать, и в Москве обязательно тоже как-нибудь дам клаб-шоу в февральчике уже, скорее всего, это будет, вот, пока что нет варика. Но, короче, чуваки, просто послушайте вот этот трек. Это самое грязное вообще, что СНГ может услышать. Готовы? Чекайте. Тихо, я слишком не видел себя с андеграмка. Криво восхиняю тесты, слава богу, только рано. Прошу тебя войти, я не хочу от тебя ребенка. Сверх от бога сразу я хочу, чтобы у меня была ламка. Тихо, я слишком не видел себя с андеграмка. Криво восхиняю тесты, слава богу, только рано. Прошу тебя войти, я не хочу от тебя ребенка. Сверх от бога сразу я не хочу, чтобы у меня была ламка. Мир мельтешит, но стадион как будто чески. Она ебала внутри суд ногтями, будто бензин. Она села вперед, но я позвал ее на бэксит. Я смею, даже когда мы только сексу. Не люблю лезть, я трону твою бести. Просто потому, что меня бесят твои песни. На ничь стынь, убиваю и убийцу. На мой снова рту с утра поможет тебе воскресу. Не хочешь давать ту, ну, короче, вы сами все понимаете. Что там вообще несется? Очень-очень-очень лютые движения. И хочу еще заценить вам демочку одну. Короче, это будет на релизе с Форном. Вот. И вот такую демочку я тоже записал. На альбоме будет. Как вы думаете вообще, кто будет на альбоме? Потому что у меня там будет 3 гостя, и я постарался собрать там чуваков, короче, с первого релиза. Короче, просто чекайте вот эту темку. Глаз. Глаз. Я не хотел, знаете, как делаю, Талика.
ответ прост, я пройду криминалика. Я не свободен, как у меня есть тот парень. Не верю ни одному твоему слову, парень, просто с ним экипарик. Они едят на них и делают налик. Ответ прост, я пройду криминалика. Я не свободен, как у меня есть тот парень. Не верю ни одному твоему слову, парень, просто с ним экипарик. Посмотри, мне не нужно больше времени, чтобы сделать ты. Чтобы сделать ты, чтобы сделать ее. Кидай мне сама джек, я все без ее. Ты помни, когда я последний раз чувствовал чувство следа. Я бы наказал, я думаю... Ну вот, короче, такой звучок. И это еще не самые мясные сегодня треки. Свобода, сегодня самые мясные треки я, конечно же, палить не буду, но будет очень много интересного вообще всякого. Будет с Майотиком тречок очень крутой. Будет с Форном. Что курю? Да какую-то хуйню курю, я не знаю. Никотин ебучий. Так, давайте я, короче, на альбоме будет ли он Морти? Спросите Морти, будет ли он на альбоме. Это сюрприз. Я думаю, по моему ответу вы уже поняли, конечно, все. Так, давайте я посмотрю, короче, что пишут люди. Поотвечаю на вопросики. Гофит с Фореном дропнешь. Бля, у нас с Фореном записано очень-очень много материала. Типа у нас такой рабочий процесс, что он приезжает ко мне домой. Недавно такой случай был. Типа... Он приехал ко мне там вечером, не знаю, часов в 10-11, и мы начали писать треки. Сейчас я камеру переставлю, чтобы удобнее было. Во. Короче, приезжает ко мне Форн где-то там, блядь, в 10-11. И мы начинаем писать треки. Мы написали, типа, один трек, потом мы написали второй трек. Что-то там уже пишем. Третий трек, я смотрю, время там, блядь, уже 6 или 7 утра. И типа в 8 утра меня уже все рубит, я говорю, брат, все, спать пошел. Типа, говорю, что, не хочешь тоже дрыхнуть пойти? Он такой, типа, не-не-не, бро, я сейчас буду делать бит, буду делать трек. И я, короче, пошел спать, он в 11 часов заходит ко мне в комнату, типа, будет меня, говорит, братан, я хит написал, хочешь послушать? Я такой, типа, И на следующий день вот уже заценил, но мы лютые в алкоголике вообще, я не знаю, сколько треков мы записали, и... За вот эти два месяца, которые я в Москве нахожусь, я записал столько материала, сколько я не писал за год в Германии, поэтому я очень сильно, на самом деле, поднял свою скиллуху в плане звука, в плане вообще всего, типа, что связано с конкретно музыкой, и я буду очень серьезно сейчас к этому подходить. С Форном у нас очень много треков, очень много, прям пиздец. Вот, с Тёмой, с Майотом тоже очень много треков мы записали, типа, вот, даже не знаем, чё, куда пихать, на какие релизы, куда что пойдет, я не знаю, но треков очень много, и будем сейчас думать, куда что пихать, вот, в приоритете у меня сейчас, конечно же, дать клаб-шоу в Москве, потому что очень хочется увидеть всех чуваков, которые давно просили меня приехать, и вот у меня, типа, такая возможность есть. Пока я не уехал обратно в Германию. А обратно в Германию я поеду, скорее всего, в феврале на месяц. И я не знаю, типа, буду ли я там задерживаться или нет. Поеду ли я еще в ближайшем времени в Москву. Потому что что-то, если честно, после Европы в Москве находиться такой... Ну, вообще в России в целом находиться такой немного напряг. Вот, особенно учитывая то, какие сейчас принимают законы, типа, как сильно давят на артистов, типа, вот, цензура и вся вот эта хуйня, это очень сильно, конечно, влияет на загоны и так далее, поэтому, не знаю, я думаю, я не останусь жить в России, но я бы тут однозначно, типа, подвигался, что-нибудь поделал бы и уехал бы, да. Что там пишут, чувачки, дайте посмотрю.
Фит Сайтел с Муком будет на альбоме? Нет. Фита Сайтел с Муком на альбоме не будет. Но я могу вам, кстати, врубить Фит Сайтел с Муком. Я думал дропнуть его на SoundCloud, просто типа... Трабл в том, что он своей дороги каким-то образом проебал. Сказал мне такой, типа, давай я... типа, перезапишу трек или там скину тебе новый парт, но это очень долго бы длилось, поэтому, короче, могу показать вам просто кусочек этого трека. Я думаю, я дропну его на SoundCloud, как просто какую-то, типа, демку анрелизнутую. Концерт в Питере. Концерт в Питере будет в эту субботу, 22 числа. Очень всех жду. И... Ну вот, чекайте с этим смыслом. Чекайте, короче, не буду весь трек палить, потому что на SoundCloud он еще будет, но вот послушайте парт с Мука. Так, короче, я проебался, я включил, походу, не то. Фенди с Мук. Во. Diamonds on my neck, they skate. You a broke boy, so I know you ain't relate. On the itch, give me a top, cause I'm rich. Crawl hard friends on, I can see your hate. Chopping on one, and you know there's no delay. Такие темки, короче, сейчас погодите, на зарядку телефон поставлю, а то у меня что-то вырубается. Когда в Одессу очень хочу приехать. Траблик в том, что из России очень сложно именно приехать в Одессу. Поэтому я думаю, что я, скорее всего, в Германии уже когда буду, типа, из Германии поеду в Одессу. Потому что в Одессе концерт, когда у меня был, типа, мое самое первое клуб-шоу, мне понравилось реально больше всего. Типа, вот я кайфанул, я был в Киеве, я был в Харькове, но в Одессе я кайфанул прям больше всего. Там лютая атмосферка вообще очень... Крутая толпа была. Сейчас, погодите, я зарядочку возьму, сейчас приду. Короче, демки я вам показал. Все, давайте я на ваши вопросики еще поотвечаю. И пойду. Так. Гонос Волкат, альбом не вышел трек в демок. Да, я думал так сделать на самом деле. Потому что слишком много демок пиздатых, которые не хотелось бы, чтобы пропадали. Поэтому я думаю, что я как вот майот сделаю такой мини SoundCloud тейп, типа как MOD, только со своими треками. Вот. Ты в Рашке? Да, я сейчас в Рашке. Фит с Августом я бы записал. Просто очень сложно словиться, типа, и у него там свои дела, какие-то у меня свои дела, вот он сейчас вроде куда-то переезжать собирался. Не знаю, посмотрим, короче, что да как, но я только за. Я бы выпустил с ним фит и сделал бы что-нибудь прикольное, я уверен, что получилось бы круто. Ты в Рашке? Да, я сейчас в Москве нахожусь. Я с 6 ноября уже в Москве, вот, так что я...
сейчас на территории Рашки. И очень многие, типа, очень многие орги это не понимают, мне кажется, и поэтому не приглашают меня на какие-то там клуб-шоу и так далее, потому что, типа, я никогда в Рашке не светился, и вот сейчас такая тема. Кого из Запада сейчас слушаешь? Хороший вопрос. Мне нравится сейчас очень Буфпэк Муки. Инсабэйби, конечно, это, типа, фаворит, прям пиздец. Очень, на самом деле, очень многие челики, но в основном, типа, это SoundCloud. Вот слушаю, короче, очень много французского рэпа есть. Вот вы знаете, такой челик есть Сирейн, Сирани пишется, Каспер, South Love. Вот французский плаг прям очень-очень мне нравится. Когда в Екатеринбург, бля, в Екатеринбург приеду, как только меня туда позовут. Я вообще сейчас ко всем предложениям открыт, поэтому если вы хотите видеть меня в своем городе, пишите организаторам. Или если вы организаторы, пишите мне на мою рабочую почту, которая указана у меня в профиле funnyglockwork@sobakamail.ru, и обязательно все оформим. Вот такие дела. Будет стиль такой же, как на Fendi Glock 1? Нет, стиль не будет, как на Fendi Glock 1. Типа, Fendi Glock 1 остался вот в том году, когда я его выпустил. Но Fendi Glock 2 будет, ну, в разы жестче, типа, реально. То есть там будет абсолютно новый звук. И это, ну, не какие-то пустые слова. То есть, когда я выпускал Ecstasy, я понимал, что там треки вроде есть прикольные, но большинство треков было сделано не в самом лучшем моем состоянии, так сказать, типа, когда у меня не было особого настроя писать треки, особо не было вдохновения и так далее, а сейчас я приехал в Рашку и очень сильно зарядился, типа, вообще всем, так сказать, происходящим вокруг, очень много вдохновения черпанул, и мне кажется, ну, это слышно будет в альбоме, потому что когда ты вкладываешь, типа, реально настоящие эмоции, а не пытаешься сделать трек просто потому, что тебе нужно сделать трек и дропнуть что-то, то получается совсем иной исход. Дома записываешь часто или чаще на студии? Бро, домашняя студия — это самое лучшее, что есть вообще. Типа, я уже на студийке, не помню, когда я последний раз был, и мне этот процесс не нравится. Типа, вот дома, я не знаю, я, короче, сейчас покажу, вот у меня не видно, конечно, нихуя, но типа вот у меня ноут, вот у меня типа просто Focusrite 2.2, Моники JBL-ки обычные, и микрофон Rode. Это все стоило в общей сумме, я не знаю, ну, евро 700, наверное, 600, то есть вообще не, ну, недорого. Учитывая то, что это, если вы реально хотите серьезно заняться музыкой, типа, представьте, сколько вы денег сэкономите, если вы просто купите себе какой-то сетапчик, будете отправлять все эти треки человеку, который умеет сводить вокал, у вас, ну, никто не поймет, типа, ну, не отличить, так сказать, на студии это было записано или дома, поэтому я всем, особенно начинающим артистам, рекомендую, типа, домашнюю студию все-таки собирать, потому что когда чувачки начинающие приходят на студию, немного такое, немного неловкости, так сказать, вы создаете типа сами себе на подсознательном уровне, потому что вы понимаете, что вы типа еще толком ничего не можете, и звукарь тоже сидит такой и думает, типа, бля, типа, что они делают. Так что я, ну, если выбирать между обычной студией, типа, и домашней студией, я выбираю домашнюю студию, потому что домашняя студия, типа, это как ты просто взял, грубо говоря, купил себе iPhone, типа, и пользуешься им, а обычная студия — это, блядь, как какая-то, типа, ипотека, где ты каждый раз там платишь, но, типа, у тебя нет этого эквипмента и нету этой постоянной возможности записываться, поэтому, чуваки, собирайте домашнюю студию, посмотрите в интернете, какие микрофоны относительно бюджетные и востребованные, но я рекомендую вам Rode какой-нибудь, я не знаю, NT1A вроде он называется, вот, и кайфуйте, пишитесь, потому что дома вы сможете реально, типа, раскрываться гораздо больше, чем на обычной студии перед звукарем.
Так, как считаешь, какой у тебя самый жесткий трек? На данный момент... На данный момент хз, чё? Ну, наверное, какой трек сейчас мой любимый? С первого альбома, с Фанни Глока, это, наверное... Это, наверное, «Тайна». Это, наверное, «Джунгли». «Анализы» — прикольный трек. «Экстази» 100% интроверт, очень жесткий трек. Типа интроверт реально очень недооцененный. И кто не слушал, рекомендую заценить. Foreign Way будет на Fendi Glock 2. Foreign Way будет на Fendi Glock 2. Я даже могу вам включить отрывочек трека, просто чтобы вы понимали. Сажу в зубу после брата, она пела. Словно на обиду, эту суку я возьму. Почему ты поступаешь со мной, как шумаш? Замена все, замена всех, теперь мой кавиатрап. Она мила, ты все такая шлюха. Я напился, я соглашаю чувства. Она мила, ты все такая шлюха. Я напился, я соглашаю чувства. Так что, ну вот, чтобы вы понимали, блядь, типа, Fendi Glock 2 будет очень-очень-очень-очень жестким. Джонни Джойстик сказал, что у вас там связь установлена, так что ждем что-то от тебя, бро. Да, с Джоном Хэвэвером обязательно что-нибудь снимем. Надо добраться просто друг для друга. Блядь, друг для друга. Друг до друга, я имел в виду. Вот, и... Что-нибудь обязательно снимем. Вообще, я бы хотел, типа, дропнуть альбом Fendi Glock 2, и перед тем, как я уеду в Германию, с ним снять, типа, такой, как мини-обзорчик на альбом. Можно постримить, можно что угодно сделать. Вообще, типа, я только за, что еще пишут. Японская Фанта, кстати, тоже, да, прикольный трек. Будет ли в будущем фит с Рокетом? Думаю, нет. С Платиной будет что-то, тоже не уверен. С Мортифит будет? Будет. С Мортиком мы вообще такое мясо сделали, это пиздец. Я вот послушал и без какого-то там, не потому что, типа, это вот наш трек, а конкретно его парт там, ну, это один из вообще лучших партов, типа, которые я от него слышал, поэтому... Будет, 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 все будет. Главное дождаться, чуваки. Типа, я не просто проебываюсь и ничего не дропаю. Я хочу подготовить очень крутой материал, который будет звучать как реально что-то из 2025 года. Типа, поэтому ждите. Так, та-та-та-та-та. На экстази очень наивный текст, но он сказал, стиль поменяешь. Да, я согласен. На экстази вообще... Объективно треки слабее, чем на Fendi Glock первом, и слабее, чем треки, которые я сделал сейчас. То есть там будет, ну, очень круто все. На новом альбике там будет необычное звучание, типа биты будут очень сильно отличаться. То есть я вообще типа сделал, ну, Fendi Glock 2 я переделывал один раз. То есть я записал альбом, и там было несколько плаговых треков, и я такой что-то послушал и подумал, типа, бля, плаг — это пройденный этап, поэтому я не буду... Мне очень нравится делать плаг, я пиздец как уважаю этот жанр, типа, но нужно двигаться дальше и нужно делать что-то новое, поэтому будет, будет, будет однозначно новый звук, плага на новом альбоме не будет, в основном будут жесткие биты. Но не такие, как, допустим, там на тех же нюцах там или еще где-то там. Очень такие своеобразные биты, своеобразные битмейкеры. И очень-очень круто все вышло. Вот. Что еще пишут? Про тебя трек на альбоме 163 совместно с Майотом. А что за трек, я не слышал. Блеск, здорово, братик. Ты за свидос платишь? Я не платил за свидос Визе, но у нас просто такая история совместной работы, что типа
по-моему, я был первым человеком, которому, типа, он свел трек, и я его познакомил с челами, которые в дальнейшем познакомили его с челами, и, в общем, так, типа, ну, как сказать, я ему как бы многое дал в плане коннектов и так далее, а он мне взамен, ну, типа, просто помогал со звуком очень сильно и делал мои релизы, но сейчас за Fendi Glock 2 сведение я ему заплачу по-любому бабки, потому что уже он очень много и так для меня сделал, и я заплачу ему за сведение. Не, отрывок с Морти я не буду палить, я уже и так 3 трека включил. С Чиф Кифом будет фит? Да, будет, дропается через 4 часа. Все не понимаю, кто спрашивает про 163, что вы имеете в виду? Может мне кто-нибудь пояснить? У 163-го в трек-листе есть трек Артур совместно с Майотом. А он вышел или нет? Мне интересно послушать. Теперь аж стало. Я просто не слышал, реально. Чё, на меня дис записали? Ладно, я шучу. Всему Мелону, бля, вообще огромный респект. Когда я приехал в Москву, я познакомился с... Вот, ну... Нет, прям супер... плотно я не познакомился, типа, с многими чуваками, но вот пересекался с Young Vam, пересекался с Ромой, пересекался с Сими, с... что-то... Вот со Скалем тоже пересекались, музыку обсуждали. Все очень ровные чуваки, открытые, и ничего плохого не могу про них сказать. Я посмотрел... Трек Артур 163-го. Не знаю, про меня или нет, но мне кажется, не про меня. Может, там какие-то 4-этажные будут смыслы, но хз. Diamond Bitmar, его тег вначале говорит не просто левая тёлка, это слово из трека Рианы Diamonds, да. Кстати, ко мне приезжали пацаны битмейкера. Ко мне домой приезжал Блеск, Мэнни Айс и Лунар. И мы записали трек с Фореном, короче. А, и этот трек спродили 4 человека. Его спродили, типа, Мэнни Айс, Блеск, Лунар и Форен. И мы записали с Фореном на это, типа, фит. И получилось прям полное мясо. Всем пацанам, битмейкерам из апреля вообще лютый респект. Люблю их, пиздец. Очень ровные ребята, и у них огромное будущее. В плане битмейкинга я не знаю, типа, кто в России, блядь, сейчас так... Ну, такой актуальный звук делает просто, как они, ехаза. Очень-очень-очень крутые чуваки. Такие еще зелененькие. Вот. Но очень-очень многого добьются. Так, что там, кто меня приглашает? Меня кто-то нет там на трансу. Мэнни Айс. Лунарчик. О, давай добавлю Мэнни Айса. Почему ты уехал из России? Блядь, я никуда не уезжал, я здесь. Я родился в России в 13-м году, мы с тобой переехали. Алло. Сейчас я тут. Здорово, братик, чё ты, как ты? Здорово, да мы сейчас в КС играем, короче, с Блеском. Чё меня не позвали? Да мы так чисто перед сном. Ты уже спать ложишься? Ну да, у меня телефон забирает. А я только что рассказывал то, что мы делали трек вместе. То, что вы ко мне приезжали. И... Да, да, я слышал. А чё, брат, ты... как тебе трек? Мне вообще мясо. Я его, короче... Ну, там, я понял, у вас на квартире такой, типа, зажатый был немного. Я думал, вообще, типа, жестко под него. Я его на колонках на всю рубал. Да, всё чётко было, братан. Всё заебись было, чё там. А когда ты в следующий раз в Москву приедешь? Не знаю, летом, наверное. Летом? Ну да. Ты что, ебанулся?
Го раньше. Ну, кстати, может быть, в марте там просто концерт у пацанов. Если я попаду на него, то я свидимся 100%. А у кого концерт будет? Ну, Думрашес. Ты знаешь, нет? Слушай, я с Бенджамином общаюсь. Вот он что-то вот репостил, типа, Думрашес, это же он? Ну, типа, его какая-то... Ну, вообще он в Азарт Рекордс, но он с этими пацанами вообще коннект у них, прям вообще. А, я понял. Ну, пацанов не слушал, но вот Бенджамина шарю. Я знаю то, что он что-то, ну, то, что это его кенты. Да, вот. Да. Ну, вообще, кстати, офигенный такой творчество, треки у него. Я понял, брат. Чё, я трансу закончу минут через, наверное, 15, там еще на вопросики поотвечают. Пойдешь потом в КС-ку, нет? Не-не, я уже, наверное, все пойду. Да, но если я глобала тебе подниму. А чё ты говорил, что ты, типа, в России не будешь жить или как? Да я думаю, не буду жить в России, брат. Чё-то, я не знаю, меня... После Европы контраст, типа, и как-то тут, ну, вроде без даты, но как-то себя поуютнее чувствую в Европе, шаришь? Ну да, понял. Я думаю, просто здесь налажу там коннект с лейблом, там, с музыкой и так далее. Буду приезжать сюда чисто там на концерты, на клаб-шоу, но не буду именно жить тут, типа, по КД. Плюс, типа, ну вот эти вот все новые законы принимают ебучие, типа, там, рэперов. За строчки въебут. Это вообще как-то впадло в этом участвовать. Поэтому я думаю, братик, я в феврале поеду, короче, обратно в Германию, там семью навестить и так далее. Вот. И потом уже по возможности буду приезжать в Рашку, там, типа, когда меня будут на клуб-шоу звать или на что-нибудь такое. Вот. Такая темка. Перебирайся со мной в Германию, биты ебашь. Не, ну приезжать, да, надо, типа, в Россию 100%, там, не только в Германии сидеть. Не-не, все будет. Ладно, братка, давай тогда я погнал, тоже поотвечаю еще на вопросики чуваков и... Да. Тоже пойду, поиграю в КС-очку. Давай. Все, давай, брат. Артур, проходки сделал. Проходки я еще не делал, но разберемся с этим. Если что, пишите мне просто, кому я обещал, типа, кому я обещал проходки в Питере на конц. Я не забыл. Пишите мне. Я все сделаю. А, кстати, вот это очень хороший вопрос по поводу трек-листа. Трек-лист будет очень скоро. Вот начнем, типа, скоро этим заниматься. Я думаю, что на следующей неделе выйдет трек-лист и примерная дата релиза. Так что stay tuned, как говорится. Ждите. Что могу сказать? Ксюша выйдет когда-нибудь? Я думаю, Ксюша уже не выйдет, потому что очень старый трючок. Вот. Сделал тутор на прическу. Это самый жесткий андерграунд рэпер Янкаля. Все это понятно. С Дракхилом фит будет? Я думаю, не будет. Но... Я сразу скажу, типа, вообще ничего не имею против пацанов со Шмани, типа, все, типа, ровные, закрытые, но я уважаю, так сказать, эту точку зрения. Я понимаю, типа, то, как они хотят двигаться. С Мишей все четенько, никаких у нас нет, типа, ни разногласий, ничего. Мы перестали с ним общаться, ну, когда-то, какое-то время, недавно. Но когда я приехал в Москву, мы увиделись с Мишей Дракхилом. Посидели на студосе, поговорили. И все четенько, в общем. Кого сейчас в Рашке считаешь самым сильным? Ну, если говорить честно,
Дайте подумать, кстати, хороший вопрос. В Рашке мне очень мало кто нравится. В основном пацаны, с которыми я делаю фиты. Это Майот, это Foreign Way, это по звучанию, я не знаю, ну, Рокет круто делает, типа, вот, Рокета я реально могу, типа, включить какие-то треки, там, послушать. Сейчас, пацаны, подождите одну секунду, сейчас приду. Самый сильный чел в Рашке на данный момент это Майот и Foreign Way, и Фэнди Глок. Это самые сильные челы в Рашке. А со скольки лет ты музон делаешь? 19? Нет, я делал музон с... Ну, первый трек, несерьезный, я записал где-то в 16 лет. Потом в 17 лет я купил микрофон, начал делать треки. И до 19-го, нет, до 20-го года я выкладывал все это только в ВК и на SoundCloud, потому что я не думал, что это перерастет во что-то серьезное. Поэтому, ну, можно сказать, серьезным узлом я занимаюсь с 20-го года, типа, потому что в 20-м годе, году плюс-минус я нашел, типа, свой звук, себя и понял, чего я вообще хочу от музыки. Как относишься к Моргену? А вот вы ждете от меня, чтобы я сказал что-то типа, блядь, хуйня, там, и так далее. Нет, пацаны, ну, честно скажу, Морген, блядь, ну, он красавчик, типа, в том плане, что он очень хороший бизнесмен. И, как бы, люди, которые знакомы с ним, и с которыми знаком я, ничего плохого про него не рассказывали. То есть, ну, говорили, что он максимально такой нетоксичный человек. Поэтому я лично для себя принял такую позицию еще давно, что если человек мне ничего плохого не сделал, типа в мой адрес ничего плохого не говорил, и мне никак не... Не знаю... Ну, короче, человек, который не делал мне говна, я не могу про этого человека ничего плохо сказать. Поэтому ничего против Моргена я, блядь, не имею. Типа он делает музло, угорает, типа... лютые бабки с этого забирает, потому что, я не знаю, в России зарабатывать столько, сколько он зарабатывает с музла, это довольно-таки сложно. Он это все делает на изи, на угаре, поэтому, ну, красавчик, что могу сказать, типа, молодец. Не могу ничего плохого про него сказать. Будет ли трио фит с Майотом и Форном? Ответ жду, пипец. У нас есть трио фит. У нас есть тройной фит с Форном и с Майотом. Но я вот на днях сказал Майоту, что типа Форну, что типа, бля, может быть, вы все-таки ёбните этот тречок без меня. Поэтому не знаю, может быть, он выйдет, типа, со мной, может, без меня. Будешь ли Рулигин на площадке? Нет, старые релизы я не буду выкладывать на площадке, потому что там все биты с Ютуба, и какие-то биты уже куплены, какие-то биты там надо покупать, и там еще что-то. Я не знаю, в общем. Старые релизы я не буду выкладывать на площадке, только новое. Залетишь на концерт Цепласт пацанам 12 марта. Если я к тому времени буду находиться в России, то почему нет? Почему нет? Можно. Что по отношениям с девочками скажешь? В каком плане, бро? Что ты имеешь в виду? Этот вопрос можно понять по-разному. Выпустишь трек на немецком? Нет, что-то не хочу треки на немецком вообще выпускать. Ты типчики, блядь, в окно смотрят. Нет. Немецкий рэп очень сложный. И для меня лично он не звучит. То есть, я не знаю. Я не слышу себя на немецком языке. Мне это не нравится.
Чивкив за сам фит залетать, братан, да у меня с Чивкифом, блядь, лихо готово, это чего гонишь? Как с Майотом познакомились? С Майотом мы познакомились, если мне не изменяет память, в 19-м году. Да, это было точно в 19-м. Я о нем узнал от Джабу, потому что Джабу тогда дропал какие-то треки вот с Сими, с Майотом, и тогда они еще были, типа, не популярны. Однозначно. Вот. И у них был очень крутой звук. Я тогда делал как раз вот, типа, какие-то EP-шки, и мне хотелось позвать каких-то новых гостей, типа, на релизы. Я вот прочекал, мне очень понравился Сими, как он поет, типа, его вокал, его подача. Мне очень понравился Тёмыч Майот. И мы как-то вот списались, типа, и мне, помню, Майот скинул демку в 19-м году, на которую я так и не смог залететь, которая, типа, не вышла, ее нигде нет. Но там был вот Сими как раз, Майот, и, типа, я туда должен был запрыгнуть, но не смог. Потому что, типа, не было возможности залетать на треке. Вот так мы и познакомились, типа, и просто в 19-м году как-то списались, поняли то, что у нас очень похожее видение музыки, очень похожий, так сказать, вкус музыкальный. Мы слушали там чуть ли не одних и тех же артистов, и ну, просто словили коннект. И вот с Майотом я увиделся через 2 года общения по инетику вживую и понял, что он вообще охуенный чел. То есть, ну, максимально ровный. Тёмыч просто, ну, вот он нравится мне своей простотой, типа, что он такой очень простой челик, то есть, какой он там в инетике, ровно такой же он в жизни, без каких-то там выебонов, типа, там, не строит из себя никого, как это любят делать очень многие люди, поэтому я и говорю, вот как раз Мелана, типа, и их кореша, очень все ровные пацанчики, ничего не могу про них плохого сказать. Отношения в плане муток, бро. С Джабо, бля, я со всеми чуваками познакомился в интернете. Вот все, вот абсолютно все чуваки, с которыми, типа, у меня там, с которыми у меня есть треки, это все интернет. То есть это все интернет нас познакомило. Потому что я не был в Москве с 16, ну, вообще в Рашке я не был с 16 года. И уже интернет, получается, нас всех познакомил. А потом, когда я приехал в Рашку 2 месяца назад, я начал общаться со всеми чуваками. И все они оказались ровные, похожи по духу. С Форном, когда будет EP, я не знаю, когда будет EP с Форном. Моя воля, я бы, типа, вот все треки, которые у меня есть, блядь, прямо сейчас бы, вот завтра выпустил Fendi Glock 2, завтра я выпустил бы Fendi Foreign и кайфовал бы сам, но сами понимаете, что это так просто не работает. Там очень-очень много всяких нюансов в виде сведения, доведения там чего-то до конца. И ну, не хочется выпускать сырой материал. Просто Экстази, когда я выпускал, получился довольно-таки сырым. Там мы не особо запаривались над сведением, не особо запаривались над концепции альбома и так далее. Типа, вот в этот раз я хочу прям выпустить что-то такое, чтобы люди сказали, типа, вау, чтобы все конкретно прям охуели. Fendi Morty будет. Fendi Morty, не знаю. Не планировался такой проект, но тречок с Morty будет очень крутой. Ты сам, кстати, не пробовал сводить? Ты вроде хотел. Я не пробовал сам сводить, но но я разобрался очень сильно в записи, то есть если я раньше записывал демки, они звучали как вообще полный понос. То есть их нельзя было слушать, ты их врубал, и ну, какая-то параша полная была. А сейчас меня уже там Виза немного научил настраивать там что-то компрессор где-то подкрутить, где-то там тюнчик выкрутить правильно, там какие-то настроечки, там еще что-то, и сейчас, в принципе, я могу сделать демку, которую можно слушать как сведённый трек. Ну вот, я не знаю, я, может быть, кто видел, типа, я заливал трек на SoundCloud «Попыт ночью грусти днем». Это вот я на днях заливал на SoundCloud. Это никто не сводил, это я сам все сделал по звуку. И вроде мне сказали то, что
звучит все заебись. Саня Адамов, брат, привет, приезжай, блядь, будем делать треки. Я знаю, что я сказал тебе, что я буду писать бэки, но я солгал. Вместо этого я веду прямую трансляцию и общаюсь с подписчиками. Что там еще? Вообще очень странные треки у меня еще есть, короче. Необычные. Вот, можете такую демку зачагать. Fendi Mayo 2. Хочется. И мы с Тёмычем разговаривали по этому поводу, и нам обоим хочется, на самом деле, сделать этот проект. Не знаю, как мы это реализуем, когда мы это реализуем, и будет ли это реализовано, но кайф пиздец какой имеется, и как бы мы оба только за. А у тебя килогенки, мой живот болит от капала. Сюда я слышу в их текстах, ты не брал. Пошли в сон, в эту минуту табла. Смотрю за головой, думаю, что со мной стало. Мой живот болит от капала. Сюда я слышу в их текстах, ты не брал. Пошли в сон, в эту минуту табла. Смотрю за головой, думаю, что со мной стало. Интоксикации во мне сейчас отравят. Интоксикации во мне сейчас отравят. Короче, вот, ну, какие-то странные треки я сейчас делаю, типа, у меня очень много разного. То есть у меня на альбоме будут типа, какие-то разъёбные треки и странные треки, и лиричные треки, где будет, типа, текст какой-то и смысл и так далее, типа, и концепция, поэтому, чуваки, просто... Ждите. Кстати, вот этот трек, который я сейчас включал, его не будет на альбоме. Это просто так, такая демочка. Вот, но я сейчас открыл папку Fendi Glock 2, и там прям очень много проектов. Очень много. И очень много демок, которые не будут вообще нигде, типа, которые я не выложу там ни на какие проекты, поэтому я думаю, что вы очень много чего услышите на SoundCloud. Кстати, было же 100% у тебя, что в тебя не верили люди. Да, на самом деле такое, ну, до сих пор есть, типа, очень многие люди говорят мне, типа, вот, да, у тебя там звучок охуенный, инновационный, но как будто, типа, не до конца верят в то, что я смогу сделать индустрию, но альбом Fendi Glock 2, чуваки, просто альбом Fendi Glock 2 все покажет, типа. Это единственное, что я хочу вам сказать. Как родители относятся к творчеству? Ну, слушай, долгое время у нас была такая непоняточка, типа, в том плане, что... Короче, двояко относится в том плане, что, типа, мама там, ну, максимально поддерживает, говорит, там, это круто то, что ты чем-то занимаешься, а потом там слушает текста, там, что-то пропил, там, еще про что-то, и, конечно же, переживает и так далее, но в конечном итоге все будет четенько, я приеду как-нибудь домой и дам маме котлетку и скажу ей, что я ее люблю. И то, что это все было не зря. Это вообще основная цель. Когда на стрим к Жожу, не знаю, пацаны, мы не планировали такого, но Жожа вообще ровный тип. Мы с ним познакомились на дне рождения, короче. И вот мы с ним познакомились, типа, и угорали так, как будто мы там были знакомы, не знаю, 3 года. Поэтому очень... Угарный челик. Как тебе Фарик? Фарика очень давно не слушал, правда. Прям очень давно не слушал. Исполнил куплет трека «Приоритет на трансе». Творческая личность, Фанни за креатор. Вы видели когда-нибудь сниппет, который... Это, чуваки, это фит с Этил Смуком. Я сказал уже, я залью его на SoundCloud.
когда-нибудь позже этого. Не, пацаны, я не нуждаюсь сейчас в битах. У меня очень много пацанов талантливых, битмарей, которые конкретно понимают, какой звук мне нужен. И я вот работаю с ними в основном. 163-й, Ромка, как тебе? Вот в последнее время особо не слушал, но мы с ним вроде пересекались вот как-то на концерте Буды. Особо не поговорили, но вроде вообще тоже ровнячок. Как услышала Форни, как вы решили записать трек с Будой? Да я как-то зашел, вот кто-то репостнул снипет Форни, типа, без крыши. Я зашел, такой посмотрел, подумал, полное мясо. И с тех пор мы начали общаться. Общались тоже в Энетике очень долго. Я приехал в Москву, и вот мы сейчас, блядь, с ним прям homies, так сказать, уже очень-очень много всякого дерьма вместе делали, повидали. И я думаю, будет еще много чего интересного. Юлька, привет, сырочек. Как дела? Кубра. Можно приехать к тебе, либо записать. А ты еще разве там не катаешься на этих лыжах своих? Если ты уже в МСК, то приезжай, в КС будем играть. Только не как в прошлый раз, когда я стакан разбил. А что, как у тебя дела, Юль? Ко мне как-то приехала, короче, мы как-то раз гуляли с Юлей, Play with you. Я просто жестко набухался, типа, я особо алкоголь не пью, но когда я пью алкоголь, я вхожу в режим какого-то демона, то есть, ну, я реально исполняю вообще какую-то дичь. И мы поехали, короче, домой, я говорю, типа, все, запускаем КС-ку. Начали играть в КС. Я сижу, меня убивают каждый раунд, у меня на столе стоит стакан стеклянный. Я начинаю просто из-за того, что меня каждый раунд убивают, блядь, злиться. Хуярю вот так вот рукой по столу, короче, у меня стакан падает на пол, разбивается просто в дребезги. Типа я говорю такой, сейчас все уберу. Встаю, короче, ногой в это стекло, начинаю ходить по квартире, просто все в крови. У меня нога кровоточит просто, Юля в шоке. Поэтому, Юля, прости меня за тот день. Как тебе альбом Бандана? Я не слушал. Если честно, ну реально, без какого-то там предвзятого отношения, я типа слушал и Big Baby Tape, и Кизару, и вот всех чуваков я слушал до какого-то определенного момента, но то, что они делают сейчас, не совсем мое. Вот я помню, типа, Tape дропал какие-то там плаговые треки. Они мне пиздец нравились. Вот, а то, что они делают сейчас, мне кажется, это такой уклон на коммерцию, типа, и на, как сказать, охват большой аудитории, типа, то есть, ну, как бы ничего против не имею, это имеет место быть, но не моя музыка, я слушаю в основном андерграундную всякую тему, типа, вот, у меня, я реально говорю, у меня ни SoundCloud'а нет, ой. Хуйню сказал. У меня нет ни Spotify, ни Apple Music, ничего вообще. У меня только SoundCloud есть, и все. Я почти не слушаю, типа, других людей, чтобы максимально свой звук создавать и не вдохновляться никем, потому что, типа, когда ты слушаешь других чуваков, ты на подсознательном уровне как-то у них что-то, какие-то фишки берешь, немного копируешь, даже если ты этого не замечаешь, поэтому я... Поэтому я стараюсь максимально свою тему делать. Как тебе шмани? Заебись, все, заебись. Я ж сразу же сказал, ничего вообще не имею против чуваков. Круто двигаться. Был на студосе шмани, когда только приехал в МСК. Вот там вот увиделись как раз с Мишей. Посидели, поугарали, что-то поделали. Ну, не музыку вместе. Вот. Бенедикт тоже был. Скаутом в Коннекте буду же еще вроде упоминал его, они там посрались или что-то такое, что скажешь по этому поводу вообще. Насчет этого я ничего не знаю, но против Каута тоже никуда не имею. Ничего плохого про него сказать не могу. Вот он мне написал то, что он приедет на мой консик в Питере, когда я с Форном там буду, и там мы с ним увидимся. В смысле, блядь? Юля, ты чё?
Адрес знаешь, приезжай, скажи мне в лицо это. На какие вопросы, что я там проигнорил? У меня пиздец работает, пока я загрузили там. Я послезавтра в МСК буду. Когда хайпер-поп? Когда ты альбом дропнешь, тогда хайпер-поп будет. На коннекте с Шайни Сагли, нет, не на коннекте. Эти дети говорят за сироп и бошки. Труп. Кепка. Большая кепка. Кепарик. Здоровье супер, все супер. Так. Когда будет концерт в Москве, я не знаю, когда меня забронят организаторы. Вот. Почему Фанни Глох, я не знаю. Я не знаю, просто, типа, как-то в 16 году в голову пришло, я такой, типа, хочу заниматься музлом, чё, по нику, и такой, чё, думаю, такой Фанди Глок, ну, я тогда несерьезно к этому подходил и подумал, что, в принципе, это звучит, это можно использовать как ник, поэтому использовал такой вот ник. Не жалею, но и не самый пиздатый, так сказать, псевдоним. Так, кто-то еще пишет что-то. Как относишься к ЛГБТ? Нейтрально абсолютно отношусь, чуваки. Пацаны, 2022, блядь, год на дворе. Я не понимаю людей, которые как-то супер негативно, блядь, высказываются о людях просто с другим мышлением. Ну, типа, блядь, хочет девочка там мутить с девочкой. Ну, пусть мутит. Хочет тип мутить с типом, блядь, это их дело. Какая нахуй разница? Типа, занимайтесь просто, думайте о себе, развивайтесь сами, типа, развивайте свою личность. Думайте о будущем, о том, как заработать денег и обеспечить себя, а не о том, а не о мировоззрении других людей, вот. Мне абсолютно вообще похуй. Конечно, если бы там ко мне подошел какой-нибудь типчик там и начал ко мне приставать, блядь, это другое дело. Я бы ему сказал, типа, ты чё, братан, успокойся. Но сам я абсолютно нейтрально к этой теме отношусь. И вам советую не на других людей смотреть. И думать о том, кто, как, что, с кем. А саморазвиваться, чуваки, потому что саморазвитие — это самое главное в жизни. Блядь, ну, чуваки, вопросы одни и те же, но... Сейчас буду отвечать по 5 раз, что ли? Да, я же сказал, с Мортиком будет что-то. У нас два кипиш. Да, пацаны, кипиш будет просто лютейший, блядь. Кипиш не то слово. Я очень хочу раскачать Питер. Очень хочется. Все-таки это мой первый концерт будет в Рашке, поэтому... Бля, чел, ты в курсе, что стрельнешь? В курсе, брат. В курсе. Да какую демку уже пали, бро? Надо было присоединяться сразу же. Я пропалил уже 3 демочки даже. Да тебя в Германии доебывали жестко. Нет, никто до меня в Германии не доебывался. До меня никто не доебывается. За что до меня доебываться, я не понимаю. Бро, заедь дальше на сибу сторону, да? Пацаны, я готов приехать хоть в Якутию. Мне вообще похуй. Мне главное, чтобы организаторы мне написали, типа, приезжай, я приеду. Бенедикт, то есть все-таки деньги самое важное, да, вот суть-то в чем. Ты, сука,
Я сказал, саморазвитие самое важное, а не деньги. Что скажешь про ситуацию в Казахстане? Сильно не вникал, подробностей не знаю, но дичь творится. Очень жесткие времена. В Беларуси тоже был вообще полный мрак. Надеюсь, в Рашке такого не начнется. Так, что там еще пишут? В индустрии решают связи. Ну, в индустрии решают связи. Наполовину да, наполовину нет. Потому что я думаю, если ты делаешь реально крутую музыку, типа, ты можешь просто прийти к кому-то на студию и... Ну, допустим, придешь ты на тот же там Melon, тебя кто-то будет записывать, и если ты будешь делать что-то реально крутое, а не шлак, как делают 99% людей. То есть, ну, не хочу никого обидеть, но новые чуваки, которые пытаются там себя как-то в музле раскрывать, они идут на студию с мыслью, что типа, бля, все, вот сейчас я там навалю, вообще жесткая тема, ну, по факту они делают вообще шлак полный. Поэтому я думаю, если ты делаешь реально крутую музыку, если у тебя есть какой-то талант, или ты просто очень много работал и какой-то приобрел, так сказать, свой звук, то тебя все равно заметят. Поэтому в индустрии решают связи. 50% да, 50% нет. Как понять, что ты делаешь шлак? Я не знаю, я думаю, типа, если ты записываешься на студии, я вот вам советую, чуваки, типа, если вы пишетесь на студии, всегда спрашивать честное мнение у звукаря, потому что, ну, если вот мне кидают какие-то демки, типа, и говорят мне там что-то зацени, или показывают мне вживую, если это реально шлак, я говорю, пацаны, полное дерьмо, типа, ну, если мне показывают что-то крутое, я говорю, что это крутое что-то, поэтому... Тебе вообще не заходит творчество Фарика? Да почему? Нет, я не говорю, что мне не заходит творчество. Просто я очень давно не слушал никакие релизы Фараона. Я помню, что там что-то, ну, в 15-м году или когда там, вот в 15-16-м году я слушал его треки, а сейчас что-то особо не слушаю их. Много кто тебя с Германии слушает? На самом деле, да. На самом деле у меня, вот я смотрел в Инстаграме по статистике, типа у меня там что-то на первом месте в России, на втором месте Украина, на третьем Беларусь, а на четвертом Германия. И есть очень ебанутая история, как челик, короче, из Германии, типа мне написал, сказал, что слушай, у тебя супер прям мясное музло, я начал играть по русскому трэпу и нашел тебя, и говорит мне такой, типа, я набью татуху с твоим именем. То есть он мне сказал, я, типа, набью себя на ноге Fendi Glock. Я такой говорю, типа, ну, я подумал, это угар, я ему пишу, ну, если ты это сделаешь, бля, кидай фотку. И там через пару дней он мне кидает фотку, где у него просто ляха забита, типа, и там написано Fendi Glock, поэтому... Есть очень жесткие фэны из Германии, на самом деле. Сколько часов в неделю уделяешь музыке? Ну, по настроению, на самом деле. По настроению. Иногда бывает такое настроение, что хочется просто сесть, типа, и весь день что-то делать. Иногда бывает настроение, когда не хочется там неделями ничего делать. Какая-то апатия там просыпается или еще что-то. Ну, мне кажется, в этой теме самое важное — это найти какой-то... Ну, войти в рабочий режим, короче, когда ты понимаешь, что... У тебя плюс-минус получается писать треки каждый день и просто пользоваться этим рабочим режимом. И ебашить. Но не выдавливать из себя ничего, если у тебя ничего не выходит. Потому что лучше, конечно, двигаться на каком-то вдохновении и стараться как можно чаще выходить, там, не знаю, куда-то на улицу, на какие-то там ивенты ходить, встречаться с новыми людьми, потому что это является как бы, ну... Это все является, то есть то, что ты видишь в жизни, все, что ты переживаешь, это все потенциальный источник вдохновения. И даже если у тебя в жизни происходит что-то хуевое, ну да, то есть когда ты думаешь, типа, что произошло какое-то там плохое событие, это все равно может быть твоим источником вдохновения. Типа тебе просто
Тебе просто нужно это как бы понять и использовать это. Попробовать вылить это в музло. Швулик, бля. Сам ты швулик, нахуй, Валерыч. В Германию приеду, возьму с собой шутеров чеченцев. Так, когда совместный альбом с Фореном, с Фрэнком Оушеном? Почему не пытаешься разнообразить свои треки? Пацаны, 20-22, вы такое разнообразие увидите, чуваки, что вы охуеете вообще. Вайт Виду или Брюс Баннер? Брюс Уиллис. Пиздец. Вот, ну как можно такой вопрос задать? Как часто куришь? И что будешь делать с волосами? И фит с Кизару? Что, блядь? Примерная дата в Инди Глок 2. Примерная дата февраль. В феврале очень хочу выпустить. Ты чаще всего пишешься ночью? Ну да, как будто у меня вдохновение ночью появляется. На что дрочишь в основном? На каверы Бенедикта. В Германии планируешь выступать? Я не знаю. Я знаю, что в Берлин приезжал когда-то вот Фараон и Бульвар Депо. Они выступали в Берлике. И вроде относительно нормально народу пришло, но у меня еще не тот уровень, когда я могу выступать где-то, кроме СНГ, типа, поэтому я думаю, я пока только в СНГ буду выступать. Нет, я, блядь, отвечаю последний раз на этот вопрос. Я сейчас не в Германии, я в России, я уже 2 месяца в России. Физ Джаб на Глизе будет? Не будет. Мужчина стоит лишь на модели и на бабке. Ты в Питер приедешь? Да, я приеду в Питер. В Украине будешь, бро? Да, бро, я был уже в Украине. Я был в Харькове, в Одессе, в Киеве. Много где был. Но только в России не был. На фастфуде в субботу спешл гест. Ты будешь? Нет, не я. В субботу я выступаю в Питере. Как ты залетел на альбом Каут? Мне Каут скинул демку, сказал, залетай. Я записал трек и вот так и залетел. Как относишься к Ghost Money Records, бля? Чувак, спасибо тебе за нормальный вопрос. Один из самых нормальных вопросов в этом эфире. Очень хорошо отношусь к Ghost Money. Это был один из моих вообще самых первых источников вдохновения, наверное. Вот я там где-то в 15-м, наверное, году, то ли в 14-м, то ли в 15-м начал слушать Black Cray, там уже дальше Kane Groceries, вот, и всех чуваков там, Booty Chain, кто там еще, Marcy Maine, очень-очень много пацанов вообще и подружечек, которые круто делали. Дюссельдорф или МСК по вайбу? Ну, по вайбу, наверное, МСК, но Дюссельдорф поспокойнее как-то. Берлин мне очень нравится. Вот. А насчет музла в целом, типа, кто был первыми моими источниками вдохновения, это, наверное, Райдер Клан, Space Ghost Purp и все вот его кенты, это мои вообще источники вдохновения. Как относишься к Drain Gang? Drain Gang никогда не слушал. Никогда не слушал Blade, никогда не слушал там всех чуваков, Young Sherman, кто там еще, если не знаю. Но Young Lean, конечно же, слушал в свое время. Он, конечно, крутой был. В Дюйсбурге был, да. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Я скажу, бро, не надо давить на рэперов. Дай им свободы творческой. Вот что бы я сказал. Расстраивает то, что ты делаешь свой звук, но ты не получаешь фейм. Мне не расстраивает вообще, потому что я считаю, что
то, что я делаю, типа, мой звук и моя аудитория, это очень хорошее соотношение. То есть для того, что я делаю, у меня очень хороший фидбэк, у меня очень преданная фан-база, и я доволен ситуацией, которая сейчас у меня в жизни. Если девушка, не считаю Бенедикт, мой микрофон. Reptilian Club Boys слушаешь. Бля, как Lazy God охуенную тему делает. Lazy God и Diamonds on my dick. Крутые челы. Как относишься к культуре 4.20? В моей руке 17 лет. Какой бюджетный микрофон можешь посоветовать? Rode NT1. NT1A. Вот что я могу вам посоветовать. Потому что очень-очень хороший звук можно из него выбить. И вот у меня будут треки на альбоме. У меня будут трючки с Майотом. Он писался у меня дома на мой микро, и вы ну просто вы охуеете от качества. А микро стоит, по сути, ну очень мало. 160 евро, что-то такое. С кем бы фитонул из Рашки? Я бы фитонул из Рашки с теми, с кем я фитую сейчас. Никакие новые челы мне не нужны. Меня максимально устраивает мой круг общения и мои кенты музыкальные, которые в индустрии, типа, со мной двигаются. Потому что они конкретно разделяют мои вкусы и мои... Ну, мое видение музыки просто. Вот что-то недавно, короче, Тёмыч, не знаю, может, вы видели, Тёмыч выкладывал отрывок, там, мы сделали трек с Майотом из Думи, там, прям вообще пиздец мясо вышло. Думи очень круто залетел. Так, что я могу вам еще показать вообще? Есть ли что-нибудь такое, что не выйдет на альбоме? Ну, могу показать сам. Вокруг меня сейчас одной дурь. Внутри меня сейчас одной дурь. Я строю маму, как я узнала, сколько мы курим. Еще могу показать. Это не целый трек, если что. Это что такое? Нет. Короче, показываю последний сниппет, который не будет на никаком альбоме. Это все. Бля, короче, хочу показать Форн, бля. Извини меня, что я полю этот трек, но мне очень хочется его показать. А хотя нет. Это будет на любом форуме, поэтому я не могу это показать. Сори. Это не было ни с кем, это мой сольный трек. Она дает свое IQ, делится умом. Она надо музыку предпочтать.
считай гуапа низ. Сука, верь в то, что я поднялся. Ты верена, тянет свою руку вниз. Одна из всех обмашин. Все, что я вычела шею, это Диви. Мои дети там отдай. Я не хочу носить о мире. Вокруг меня сейчас одна дурь. Внутри меня сейчас одна дурь. Настроил маму, когда узнала, что я не хуй. Подой два на почерка во мне. Подой два в одном руке. Подой два, но я не буду в нищете. Подой два, поезд меню Фенни на карте. Короче, на этой ноте я заканчиваю стримчански. Сори, что не ответил на все вопросы. Не смог физически. Я пошел дописывать бэки, играть в КС, чекать ему причесочку. Все, всем пока. Всех люблю. И в Питере всех очень жду 22 числа. Під моїми найками Ауді вирубаю в першому раунді. Біт на старті, але вже в ауті. Під моїми найками Ауді.